вопрос. Да, вот давайте зададим тот самый последний вопрос, о котором мы сейчас говорим. Кто у нас это задавал? Дверь закройте, пожалуйста. Поворачивай давай. Да, как в школьной газете? Ну, представьте сначала, что вы задаете сначала. Нет, потому что мы обсуждаем, как вы тем. Как хайпануть в школьной газете? Как хайпануть в школьной газете, да? А, вот, пожалуйста. Вопрос к вам. Вы знаете новость про директора. Хороший директор. По-моему. А про него плохо писать или хорошо? Как есть. Это все равно интересно, правильно? А вот можно ли любить директора, домой пойти к нему и написать, какие там книги читает, кто в семье растет, какой он мастер-класс. Задайте вопрос нашим гостям по теме вашего мастер-класса. Ну, давайте. У нас очень активные девочки, давайте. Ну, девочки, кто? Смелые, только представьтесь прям сразу. Ну, любой вопрос, реально, можно. Что вас интересует? Может, по городу что-то? Давайте. Давайте. Можно про LJ написать? Нет. Вы же не пишите. Давай, слушай. Что по городу? Можно, чтобы не гоняли на желтый свет? Не гоняли на желтый свет. Вообще гоняли. Не гоняли на желтый свет. Вопрос хороший. Мы рассмотрим это заседание комиссии. Скажем, что тут официально, без хайпа. В комиссии по безопасности дорожного движения есть в городе. Там представители администрации, ГИБДД по городу Новочебоксарского. Этот вопрос действительно он очень серьезный и он не шуточный. Он связан с безопасностью жизни и здоровья. Рассмотрим и будем принимать меры.